Сразу после завершения пленарного заседания участники форума «Российский Кавказ», глава республики Рамазан Абдулатипов, председатель парламента Чеченской республики Докуваха Абдурахманов и директор Института этнологии и антропологии Валерий Тишков торжественно открыли в Махачкале музей дружбы народов России. Это площадка, где посетитель знакомится с культурой своей страны, получает достоверные сведения о других народах. Это важно для просвещения личности, проживающей и работающей в многонациональной стране. Здесь насчитывается около 1000 экспонатов. Это государственная символика России и ее регионов, история и современность, предметы быта народов, произведения искусства и научная литература. Музей открыт на первом этаже Дома дружбы в Махачкале. Вот то, что мы сегодня показываем, это же, она еще маленький музей, но это же уникально. Я не мог 20 лет в Москве найти помещение, чтобы выставить. Мы здесь еще не все выставили. Понимаете? Но мы сегодня сделали усилия, вот благодаря то, что Алексей Петрович, там, его команда, мы сделали, сегодня есть куда зайти. А дальше многое будет зависеть. Там должна быть экспозиция Чеченской республики, там должна быть большая экспозиция наших русских областей и краев каждый раз. Поэтому мы должны больше узнавать друг друга. И то, что это проходит на фоне политологического форума, это для нас очень важно. В музее представлена выставка «Дружба народов, традиции и современность», в которой отражены давние дружеские духовные связи народов России и их современная интерпретация.